Свое несогласие с приговором Алексею Навальному решили выразить и жители Иваново. Два десятка горожан с активной жизненной позицией собрались в сквере около памятника Фрунзе, чтобы вместе выразить свой протест. Собравшиеся считают, что истинные воры и мошенники гуляют на свободе, а уголовное дело на Навального полностью сфабриковано. Силами неравнодушных граждан в областном центре была выпущена газета в поддержку Алексея Навального. На изготовление информационных материалов ивановцы собрали 15 тысяч рублей. На этом активисты не собираются останавливаться и планируют напечатать очередной выпуск, обличающий произвол властей. Считаю, что то, что произошло с Навальным, это просто беззаконие. Человеку не дали право оправдаться. Такое может, в принципе, произойти с любым, каждым. И для того, чтобы вот не случилось это, я хочу выразить свой протест.